По мнению редакции The Financial Times, Москва и Сирия должны заплатить за происходящее в Алеппо. Россия бомбила гуманитарные конвои. Она содействовала выведению из Сирии сотен тысяч беженцев. Она не только спасла диктатора, разрушившего свою страну на несколько поколений вперед, но и подорвала дипломатические меры, принятые для поиска политического компромисса, который мог бы положить конец сирийской войне, возмущаются журналисты. Намеченный саммит даст ЕС возможность показать, что за эту агрессию придется отвечать, говорится в статье. Происходящее в Сирии должно укрепить решимость членов ЕС, колеблющихся, стоит ли поддерживать продление санкций, наложенных на Россию из-за Украины. Российская экономика уязвима для санкций, утверждают авторы. Прицельные санкции против россиян, подозреваемых в военных преступлениях, тоже могут оказаться эффективными. Однако эти меры подействуют только на короткий срок. Пока Путин не сойдет с нынешнего пути, Россия останется стратегическим противником. Чтобы обуздать его, потребуется терпеливая стратегия сдерживания. Западу нужно снова прочертить красные линии и показать Москве, что за их пересечение придется заплатить реальную цену. Более приемлемый характер политического и экономического взаимодействия может разрядить напряженность на короткий срок. В долгосрочной перспективе он только придаст Путину храбрости и дальше поигрывать мускулами. В понедельник Дональд Трамп сказал, что Хиллари Клинтон слишком жестко высказывается о России, а также заявил, что в случае победы на выборах возможно встретиться с президентом Путиным еще до принятия присяги, пишет журналистка The New York Times Мэгги Хаберма. Трамп сказал, что нынешнее руководство США и госпожа Клинтон слишком агрессивно нападают на Путина. Трамп добавил, ей не стоило бы так жестко говорить о России. Он вновь предположил, что Россия может стать союзником США в борьбе с исламским государством. Трамп утверждал, что Путин не любит и не уважает Обаму, а также назвал сложности в российско-американских отношениях реально катастрофической ситуацией. «Если 8 ноября я одержу победу, то могу себе представить, что встречусь с Путиным и встречусь с Россией до начала моей администрации», – заявил Трамп. Журналистка замечает, что Трамп не предложил никакой стратегии отношений с Москвой, если не считать потенциальной встречи с Путиным. В воскресенье лидеры США и Великобритании пригрозили России санкциями и другими мерами, стремясь надавить на нее, чтобы она изменила курс по сирийскому вопросу, сообщает журналистка The Wall Street Journal Фелисия Шварц. Полагаю, самое мощное оружие, которое есть у нас в данный момент, это наша способность заставить президента Путина и россиян ощущать последствия того, что они делают, сказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон после встречи так называемых стран-единомышленниц, европейских государств и арабских стран Персидского залива, имеющих солидарную позицию по Сирии. Они начинают ощущать прессинг, и очень важно, чтобы мы его ослабляли. И есть множество мер, которые мы предлагаем. Дополнительные санкции в отношении сирийского режима и его сторонников. Меры, которые позволят отдать лиц, ответственных за военные преступления, под Международный уголовный суд, добавил Джонсон. Керри сказал, что США рассматривают идею санкций, и президент Обама не исключил никаких вариантов, передает издание. Но Керри добавил, «Я не наблюдаю в Европе сильной тяги отправиться на войну. Не думаю, что парламенты европейских стран готовы объявить войну. Не думаю, что многие страны решат, что в данном случае это лучшее решение». По словам официальных лиц США, они рассматривали несколько возможных мер. Увеличение поставок смертоносных вооружений повстанцам, ограниченные военные удары по позициям режима Асада и санкции. Но Обама опасается расширить роль американских военных в Сирии. И, как считается, удары маловероятны, пишет автор статьи.